Всем привет! Ситуация экстренная. У меня завтра первый день стажировки. В этом или в этом? Ты знаешь, я за самовыражение. Не понял, когда ты успела найти стажировку? О, это оказалось проще, чем я думала. Через карьерный портал Олимпиады я профессионал. Круто, я как раз записалась на карьерную консультацию. Пока нахожусь не в ресурсе, очень нужен совет профи. Гена, спасибо, что ты предложил нам поучаствовать в Олимпиаде. И ура, мы все дипломанты. Ну а что вы делали все лето? Я уже вторую зарплату успел получить. Мне на карьерном портале Олимпиады вакансию подобрали индивидуально. Конечно, ты-то у нас золотой медалист. А я вообще только умею общаться с вами и с Папоротниковыми. Вообще, я планирую выходить из зоны комфорта. Там для призеров карьерный курс есть. Начну с него. Буду морально готовиться к будущей работе. С живыми людьми. А я так здорово провел все лето в своей студии. Зачем вы мне вообще напомнили про эту работу? Саш, давно пора. У тебя даже резюме нет. Там на портале для таких, как ты, есть конструктор резюме. Справится даже ребенок. Хм, ладно, уговорили. Тогда попрошу сестренку свою заполнить. Вообще-то у меня грандиозные планы на карьерный портал Олимпиады «Я профессионал». Хочу принять участие в парочке марафонов и экскурсий. Надо попасть к одному партнеру Олимпиады на работу. Они, между прочим, лучшие на рынке. Я, конечно, за всех очень рада, но что мы в итоге выбираем? Будь собой, иди в том, что будет тебя радовать. Зелененькая. Окей, всем пока. Ладно, покеду. Всем пока. Ничего, мы еще с тобой на тренажере собеседований потренируемся. Твоя возможность построить карьеру мечты ждет тебя на карьерном портале Олимпиады «Я профессионал».